В Красногорске около сотни человек одновременно окатили себя ледяной водой прямо на улице. В одних шортах босиком смельчаки вышли на территорию клуба «Ярополк» и облились с головы до ног. Такой акции участники решили призвать жителей округа к здоровому образу жизни. Ведер оказалось здесь около сотни. Именно столько человек буквально через мгновение испытают свой дух и тело на прочность. Все участники акции – воспитанники патриотического клуба «Ярополк». В большинстве своем спортсмены и люди, закаленные с самого детства. Это ежегодное мероприятие, и с каждой зимой количество желающих укрепить здоровье и дух растет. Перед тем, как выйти на площадку, участники прошли инструктаж и обязательную процедуру – разогрев бани. Это для того, чтобы не заболеть. Посмотреть на такое зрелище собрались не только родные и близкие участников, но и обычные прохожие. Импровизированное водное шоу ждать тебя не заставило. Смотреть на то, как ледяной водой обливаются другие, зрелище невероятное. Но по словам организаторов акции, закалить дух и тело можно только одним способом – попробовать облиться самому.